Дорогие друзья, вот прямо сейчас мы находимся у посольства Соединенных Штатов Америки в Москве. И хочу сказать, как видите, здесь сразу несколько автомобилей скорой помощи, пожарных машин. И давайте посмотрим, что здесь происходит. Вот это Девятинский переулок. А тут находится храм девятикизических мучеников. И вот происшествие, что-то здесь приключилось. А не знаете, что случилось? Не пожар? Дыма вроде бы нет, но машин пожарных собралось штук 10. И вот вы видите, как проводятся какие-то работы. Вот автомобиль скорой помощи езжает прямо на парковку. Пропущу, уступлю место. Так. Вот. А между тем, прямо сейчас в Швейцарии, в Вилле-Лагранж, продолжается саммит, переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена. Как знаменательно, правда? Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, загляните в описание этого ролика, если решите поддержать мой труд независимого обозревателя и вашего вестника. Вот, и картина на самом деле весьма интересная. Давайте сейчас мы с вами еще раз пройдемся. Пользуюсь фронтальной камерой. Не очень удобно, но так получается. Я насчитал около 10 пожарных машин, включая командно-штабную, микроавтобус немецкого производства. Что-то там происходит. Вот. Прямо люди выражают озабоченность. Я специально стою на другой стороне дороги и снимаю так, чтобы не мешать работе спасательных служб. Вот, но в то же время освещаю для вас происходящее. Видите пожарного со снаряженными баллонами с дыхательной смесью. В общем, и все это происходит, веселое событие, прямо во время встречи президентов США и России, Эрфистана, скажем так. Вот. Видите, я вижу автомобиль Мосгаза, помимо прочего. Ну, речь идет о каком-то происшествии, безусловно. Что ж, за сим могу только сказать, что несмотря на объявленную вакцинацию, объявленное это предписание, или как она там сказала, предписывает к вакцинации, надеюсь, что все будет хорошо. Как и здесь в этом случае. Здесь, похоже, речь идет о какой-то бытовой ситуации, но почему целых 10 автомобилей пожарных и спасательных служб? Скоро узнаем. Я останусь и постараюсь разведать, что происходит. Доброго денечка, друзья!